повязки там, это что ж не помогает, а вот дома сиди, и все поможет. Тем более блогеру. Сиди, языком пиши. Да, да, и бабки получай, правда? И бабки получай. Или Гуччи. Правда, или Гуччи? Ну, я не знаю, что там есть получается. Серьезный вопрос. Есть серьезный вопрос. Как последний альбом Фараона вам? Слушай, Влад Широков, да? Да, он. Влад Широков, аппаратуру настрой, ты затыкаешься. Последний альбом Фараона или кого? Да, Фараон. Я не знаю, я могу тебе сказать про Абба, Юрай Хип, Пинк Флойд, Дип Пепл, Блэк Саббат, понимаешь? Вот я про это тебе могу сказать. А про Фараон я не знаю, что это такое. Агуф. Давай поговорим с тобой о Абба, Пинк Флойд, Битлз, Роллинг Стоунс. Давай. Ну они уже все, тю-тю. Ну и что? Ну они для тебя все, а для меня они не все. Они для меня на плаву. Это вечная музыка, понимаешь? Кто такой Фараон? Кто такой? Кто о нем что слышал? Об этом все Фараоне? Это кто такой? Артист. Битлз знают все. Ну а как Битлз? Пинк-Флойд знают все. Слушай, ты отстаешь. Как Битлз? Это для блогера это вообще не позвонит. Это нам ужасно! Ладно, Дед, я пошел дальше. Почему? Здоровья, Виталий. Бля, хуёвый стрим. Сколько он идёт? Одна минута. Пиздец, блогер, блядь, отстаёшь. Да отстаю, блядь, знаю, ёпта. Не знаю, как хуйню это сделать, ебучим. Ногу, блядь, свою. Бля, пиздец. А, ДДТшка у меня есть. Буду петь я. Будешь петь? Да. Поешь рэпчик или что? Ну и рэпчик, и то, и другое. Хопчик, рэпчик, все подряд. Орандвишка. О, зачти-ка мне. Не, я сейчас другое. Другое сейчас. Настрой не то. Не то? Ну да. Без настроения, да, что-то? Ну да. Цепеть не цепил, нихуя себе ты вообще. Блядь. Базаришь, старичок. А чё? Морген. Не, не. Не, не я катит. Не из деревни. Правильно. А чё ты там? Брик Базука? Чемодан Клан? Привет. Привет. Как жизнь? Нормально. Что тут делаешь? А у тебя? Да хорошо, все потихонечку. Без текста никуда. Беса на коне, на осеннем параде, весь отеста из тех, кто представлен к награде, а по ящику врут о войне. В весах в это качество года
Моя песня, конечно, дождливого рода. Моя песня не спета и не одета. Давайте батл. Моя песня ответ письмам Анны и Лизы. Брызги ветра висят на висевших карнизах. Ой-ой-ой, весна. Понял все. Она. Нихуя себе. Бля, засыжусь. Нормально. Что будет рыбчик-то? Вроде нормалёк. Дороги. Здесь.